kita tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama Batikar Kapten Dodi Jovianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap. Друзья, я прилетел в Таиланд, сразу в аэропорту очень смешная ситуация, я просто иду и пахнет массажным маслом. А знаете почему? Ребята, все прошло успешно, забрал вещи. Сейчас пользуюсь приложением Grab, называется Grab. Ищу машину на 46. Чувак должен подъехать сейчас, и мы поедем дальше. Наш отель. Все, я уже в такси. Очень удобная вещь это приложение, то есть сразу дается самый минимальный прайс. Я вот сейчас еду в центр города за 300 бат. Я думаю, что такси, которые в аэропорту работают, берут как минимум 700. То есть сразу два эти ценника, это вы поймете, за сколько вас таксисты из аэропорта готовы увезти. Помните об этом. Ребята, заселяемся в отель Рембрандт. Очень красивый, очень классный. Сейчас посмотрим тут пул с видом офигенным. И сейчас посмотрим, какой номер здесь будет. Это кнопка или что это? Сенсорная. Да. Так, 24 этаж. 24 этаж сенсорной кнопки. Вау, вот это уровень. Сейчас посмотрим, куда мы едем, что нас ждет. Executive Lounge, это, наверное, на топ-флоре. О, слушайте, мы почти наверху самом. Класс. Pool Fitness Spa, 4 этаж, отлично. Заходим. О-хо-хо-хо-хо-хо. Какой номер прекрасный. Отлично! Тут вообще супер! А вид? О май гад, на весь город! Класс! О, есть ванна, отлично! Ванны я люблю. Слушай, все цивильно, мне нравится. Круто очень. Ребята, посмотрите, какой тут пул. Вау! Класс! Вы только посмотрите на это. Мегаполис. Я в шоке. Ребят, вот точно такая же статуя находится в Universal Hollywood. Точно такая же. Походу, они ее скоммуниздили.
Ну и, конечно, Оскар. Вот он. Вот он и Таиланд. Полное есть ощущение присутствия, что я как будто бегаю. Тут настолько инфраструктура крутая. Тем более после Бали, когда ты возвращаешься в цивилизацию, это топ вообще. Просто, просто шикарное место. Я хоть и был в Бангкоке, но всегда, когда возвращаешься, ты вот окунаешься в эту атмосферу энергии, такого ритма классного. Это вообще супер. Зашел тут в рестик, тут прикольную штуку такую подают. Такое чесночное оформление. Сейчас попробуем с хлебушком. Походу это итальянский или французский ресторан. Но выглядит он просто потрясающе. Ребят, в Таиланде легализована трава, поэтому ребята тут вообще конкретно поднимают головы. Доброе утро, Таиланд, Бангкок, мы идем. Шикардос вид. Вот такой вот сегодня у нас бассейн будет. Представляете, это все стоит буквально $50 в сутки. Шикардос. Ребята, мы в Бангкоке. Только что сделал себе утренний массаж тайский. Фу, меня так все хрустело. Просто капец, какие-то чипсы просто были. О, и я сейчас вот полностью, у меня такой рестарт энергии идет. Капец. Эмоции просто. Какое-то блаженное состояние в Азии находишься. Очень круто. Ребят, сейчас идем в метро, прокатимся, посмотрим, что из себя представляет местный метрополитен. Путешествие только начинается. Теперь дали красненькую таблеточку, вставляем, проходим, потом на выходе ее отпускаем. Все элементарно просто, поэтому идем проверять, как же тут поезда ходят.
Вот и избавились от монеточки. Thank you.
он, чемпион. Тимурыч! Тимурыч, красава! Тимурыч, что делает? Два блока подряд! Снимаешь? Обид! Or just beat Emma. О, да, здесь, конечно, топ. Фотография. Пальма, пляж. Опа. А деньги? Деньги? Деньги. Денег нет. Да. Как там? Там плыки. Сейчас надо только подумать, куда я лучше прицепить. Я предлагаю дойти до камушка, присесть. Да я могу сейчас одеть. Ты классный. Смотри сам, давай подержу. Пойдем, подержу. Подержи маску, я ласт одену. Я смогу в них пойти. Это левый или правый? Важно, наверное. Ну, может быть. Они универсальные. Мантиды. Какой? А, да. Как и Циандр. Еще я рекомендую вам, я протираю стекло. Плавайте, а потом все расскажу. Тут даже столкнулся с первой проблемой, которую я столкнул. А запотевавшие стекла? Внутри, да, должно быть сухо. Видно лучше. А тут в гору? Не хочу в гору. Давай сюда. А сам все равно, если полный бак заправишь, он не будет испаряться там где-то. Можно даже не знаю, куда уехать. Куда не полный испаряется? Да, я сейчас заправлю, и мы можем тут полгорода объездить, он будет показывать, что он заправлен. Так, и что, я типа на красный могу? Ну, поехали на красный.
Вообще благодать. Вот он наш перекресток, да, по-моему. Бабулька. Да, вон нам она. Сюда на парковку, наверное, да? Да. So maybe on 31st. Yeah, what's that? No, picture. Yeah. Yeah, I have picture. Here you go. It's on picture. Damage. ATV? ADV. You know ADV. Can you show me the picture? Yeah, that's me. Keys inside. Камера идешь, тебе вообще никто не пристает.